дети отмечают праздник светлый. Каждый взрослый вам ответит: наше счастье – наши дети. Сегодня мы будем вместе петь, танцевать и, конечно же, веселиться. Сегодня в этот праздник День детей подчеркнуть, вот, что нам весело, хорошо живется в нашем округе Истра. Нам здесь очень все нравится. И здесь жирафам очень комфортно, да. А скажите, популяция жирафов в городском округе Истра большая? Большая. Только наше семейство многодетное, нас трое, но мы еще не остановились. Сегодня Международный день защиты детей. Госавтоинспекция городского округа Истра представила свой мини-городок, где представлены патрульный автомобиль, патрульный мотоцикл, тантоморезки тематические. В рамках мероприятия мы дарим всем участникам световозвращающие элементы, тематические листовки, памятки. Госавтоинспекция уделяет особое внимание обучению детей безопасному поведению на дорогах. Праздник понравился? Да! А что понравилось больше всего? Музыка. То, что там танцевать. Мне понравилось больше всего танцевать.